На этом месте в 11 часов утра на жительницу Киевского района напал мужчина неопрятного вида. Он попытался отобрать у женщины сумку. Она сопротивлялась, тогда нападавший достал нож. Мужчина несколько раз ранил женщину в шею и лицо, забрал сумку и скрылся. Она была со спутником, но спутник увидел нож и ничего не попытался сделать. Предотвратить правонарушение не пытался. Спутник потерпевшей вызвал милицию. Правоохранители задержали подозреваемого меньше, чем за полчаса в одном из соседних дворов. Подозреваемый человек шел от этих гаражей в нашу сторону. Увидел нас, он попытался скрыться в подвале этого дома. Мы быстро среагировали, были применены к нему прием рукопашного боя и одеты наручники. Я ни в чем не виноват, сначала говорил. Но потом отвезли его на место происшествия, где свидетели указали на него. Как рассказал следователь Александр Кудельник, задержанный объяснил свой поступок тем, что был голоден, а в сумке у женщины лежали продукты. Сейчас подозреваемый в следственном изоляторе. Уроженец Харьковской области на протяжении последних 3-4 лет ведет бродяжнический образ жизни, злоупотребляет алкогольными напитками, состоит по месту регистрации в Харьковской области на диспансерном учете врача-нарколога. Высшее образование у него присутствует. Он ранее судимый, неоднократно судимый, среди которых есть и корыстные преступления, и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Потерпевшая общаться с прессой не хочет, чтобы о происшествии не узнали родственники. Сегодня женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу. Она установит степень тяжести нанесенных травм. От результата будет зависеть наказание задержанного. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, Евгений Красюков. Панорама.